когда он вывел нас, будете выступать не в рамках свободного микрофона, а со своим творческим. Потому что приглашаю сюда сейчас Наталью Никитину, она нам сегодня еще стихи не читала, и уже подходим потихонечку к концу. Так слышно? Я всегда читаю смешные стихи, которые беру с 16 страницы литературной газеты. Там такие стихи пародии печатают. Вот. А сегодня я совсем коротенькие почитаю. Они у них называются «Маразмиады». На табличке бомж знакомый выцарапывал слова. Меня выгнали из дома, а потом из дома два. Я в агентство завтра к вам приду. Мне трудоустроиться пора. Я готов работать за еду. Я люблю икру и фуагра. Пригласила меня Танька, у нее антитела. А зачем мне эти анти, если тело не дала? Бывал он еще в постели, а смс-ки тут как тут. Что, приглашение? В самом деле. Три дома на вечер зовут. И окунув пельмень васаби, летит Онегин в Абу-Даби. Накинув на плечи шиншиллу, как подобает русофилу. Хоть послонов и баобабы, он строчки продолжал строчить. Не мог калибри от кальраби, как мы не бились, отличить. Любовь не вздохи на скамейке. Любовь не вздохи на скамейке. И не прогулки при луной. Возник папаша в телогрейке. Мамашин силуэт в окне. Любовь с хорошей песней схожа. Но можно получить по роже. Крепкой поступью ритмичной, осушив бутыль столичный, в белом венчике из роз, брыжем медный купорос. Отряд не заметил потери бойца, боец не заметил потери яйца. Не заставляй... Так, вам другое почитание. Он писал. Рифму к рифме подбирал. Вышла рифма из тумана, забодала графомана. Мне сообщили из генштаба, я гений местного масштаба. Кто написал приличный текст, имеет право на бифштекс. У меня маразмиад, целая коллекция. Не растет от них оклад, а растет эрекция. И последний. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Тянет дед репку, вытянуть не может. Тянет бабка репку, вытянуть не может. Тянет внучка репку, вытянуть не может. Тянет жучка репку, вытянуть не может. Тянет кошка репку, вытянуть не может. А мышка соединена с компьютером. Пропал урожай. Это была Наталья Никитина. Ну, кто-нибудь из поэтов хочет еще выступить? Максим, давай. Только коротенько. Как скажешь. И